Итак, доброй ночи, уважаемые коллекционеры. Начинаем бокс-брейк по коллекции 21-22 Ice Blaster. Так. Время у нас 0:41. Так, время видно. Так, вот время. Так, брейк номер 7. Так, так. Начинаем. Так, так. Номер блока. Так, номер блока у нас 136-393-711. Так, блок вот он. Номер 136-393-711. Пакеты вот они, немного, но блок пустой. Номер не изменился. Так, ну, желаю, чтобы всем поехали. Так, первый у нас Патрик Лайне, Коламбус, Леон Драйзайтл, Эдмонтон, Виктор Олассон, Баффало, Голд у нас Остен Мэтьюс для Торонто и новичок Джек Акон, наверное, так, для Бостона. Так, следующий пакет. Опа. И здесь у нас Джош Моррисей, это Виннипег. Дэвид Пастернак, Бостон. Сэм Пинта, голдовый. О, у нас что-то интересное есть. Да, это у нас Оттава. Далее Грин, Брент Бёрнс, Сан-Хосе. И здесь у нас вот такая карта. О, Коллинд тиражный для Сиэтла. Мои поздравления. Это премьерс. Или премьерс. Поздравляю Сиэтл. Наконец у нас попала карта с тиражом. Так, следующий пакет. Да ладно, что-то хорошая коробка какая-то попала. Так, сейчас. Начнем с новичка тогда. Это у нас Якоб Бернард Докер. Оттава, новичок. Далее Брэд Бёрнс. Базовый Сан-Хосе, Себастьян Ахо, Каролина, Стив Стэмкос, Тампа, Голд. И здесь у нас Кристалл. И это у нас Сиэтл. Джейм Алисьяк. Мои поздравления Сиэтлу. Отлично он сегодня Сиэтл сыграл. Так, так. Так, следующий пакет.
здесь уже. Так, и здесь у нас Никита Кучеров, Тампа, Джаред Шварц, Сиэтл, Райан Руст, Питтсбург, Тейво Теравайнен, Голд Каролина, и у нас Джош Мурисей, это Грин, Виннипег. Так, два пакета. Это Алекс Овечкин, Вашингтон, Джаспер Брат, Дэвилс, Иван Проворов, Филадельфия, Виктор Арвидсон, Лос-Анджелес и новичок гриновый Джо Вилена для Детройта. Ну и последний пакет. Ну, здесь чисто новичок и база. Дрейк Баттерсон, Оттава. Митч Марнер, Торонто. Тейлор Тоффоли, Монреаль. Николай Эллерс, Виннипег. И новичок у нас Джо Вилена для Детройта. Ну, вот, в общем, неплохой блок, я думаю, попал. Я там со дна подчерпнул. Так, ну давайте смотреть, что нам выпало занимательного. И это Джо Вилена для Детройта, новичок. Якоб Бернард Докер, Оттава. И Джек Экон, наверное, или Акон, ну как-то так, для Бостона. Далее грин-карты. Джош Мурисей, Виннипег. Брэд Бёрнс, Сан-Хосе. И новичок Джо Вилена. Детройт. Далее Голд. Четыре карты тоже с новичком. И это у нас Стив Стемкос для Тампы. Остин Мэтьюс для Торонто. Тейво Теравайнен для Каролины. И новичок Сэн Пинта для Оттавы. Ну и два, я думаю, хита. Вот такой вот кристалл для Сиэтла. Джейм Олесьяк. Поздравляю, Сиэтл. Ну и тиражка 173 из 599, Кол Линд, тоже Сиэтл. Так что вот, в общем-то, такой был блок. В общем, на этом все. Всем спасибо. Блоки еще есть, так что выставлю, жду желающих.